Всем привет, кто смотрит записи. Это итоги марафона, бьюти-марафона «Синергия», который прошел в декабре 2022 года. Следующий наш марафон будет уже в феврале 2023 года. И хотелось бы послушать наших замечательных красавиц, участниц, кто участвовал, дошел до конца, получили баллы. И первую ручку у нас подняла Гульмира Таурбаева. Вам слово. Всем добрый вечер. Слышно меня? Да, слышно хорошо, Гульмира. Добрый вечер. Я первый раз участвую в марафоне. До этого никак не получалось. Марафон был супер. Результат налицо. Вот утром коллаж делала, уже сразу заметно. Пятна отошли, да? Лицо, такой тон выровнялся. Самое крутое, абсолютно набор у меня уже второй раз я им пользуюсь, а вот ампулы первый раз. Вот мне ампулы супер понравились, все старались за вами повторять, делать. Особенно был супер зум, когда, помните, мы все массаж делали. У всех такие лица красные были. Классно, вот когда вместе, это вообще супер. Вам, Ника, большое спасибо за такие марафоны, что вы уделяете свое время для нас. И мы стараемся. Этот месяц, конечно, был такой, как сказать, бурный в поездках. Мы вот ездили на Академию успеха в Астану, в Алмате два раза, у Стеллы на тренинге были. Но все же старались все выполнять, следить за собой. В общем, это круто, зажигает. Теперь вот ждем марафон «Сценарий жизни». Туда тоже записались. Огромное спасибо всем, всех с наступающим Новым годом. Приятно было со всеми еще больше познакомиться. Вот такие марафоны, они более сближают нас всех. Мы одна большая семья тамьянская. Вот. Спасибо всем за внимание. Супер, Гульмира, спасибо большое. Да, вот такую важную вещь сказали, что несмотря на то, что какой бы занятой месяц, периоды закрывались, и заказы делали, новогодние подарки. Все равно дошли до конца, молодцы. Дисциплина супер. Вышли на ранки все. Да, супер, вообще молодцы. И еще сделали бриллианта. Еще и мастера подтвердили. Еще и марафон до конца дошли. Вот для меня это большое, что я до конца дошла. Да, достижение. Похвалите себя обязательно за это. Вы большие молодцы, все, кто сегодня здесь. И еще такую важную вещь сказали о результатах. Да, то, что получили результаты, осветлилось лицо, это супер вообще. Очень рады. Наша косметика работает. Да, этот марафон показывает, что не только у нас классная косметика, там завод Колмар и так далее, то, что самое главное, результативное. И мы сами получаем результат. И этот результат мы можем уже дальше делиться с клиентами, с партнерами, как бы на себе лучше всего, да? Так. Теперь вот к вам приехать и увидеть действительно завод, где это все делается. Обязательно ждем, приезжайте. Спасибо большое. Спасибо, Гульмира. А если еще желающие, поднимайте ручки. Все звезды, все свои. Не переживайте. Всем, думаю, интересно послушать именно ваш отзыв, ваши впечатления. Так, пишут, у меня посторонний шум есть, нет? Наверное, я знаю почему. Сейчас я уберу себе в наушники звук. Так, вот так вот. Вот теперь не должно быть шума. Ну, давайте еще ручки ждем. Добрый вечер всем, с наступающим Новым годом. Я пока читаю чат. Всем привет. Вообще, очень понравилась еще вот такая вот дружная команда. Да, у нас собралась синергия из разных веток, разных команд собрались у нас участницы и вот так вот друг друга мотивировали в чате, что очень здорово, потому что когда одна очень сложно себя заставить, да, утром заделать уход, вечером делать уход, и так каждый день, а так 28 дней. Привычка формируется у нас 21 день, да.
И вот во время марафона мы вырабатываем себе эту привычку каждый день, утром, вечером ухаживать за собой для того, чтобы получить шикарные результаты. А вот Саша в чате поздравляет всех, говорит, замечательная участница, молодцы, что дошли до конца. С наступающим Новым годом. Вот ручка у нас Гульнора Муминова. Смельчак еще один. Так, вам слово, Гульнора. Добрый вечер, команда. Добрый вечер, Ника. Огромное спасибо за организацию такого марафона. Когда в первый раз было, я не успела. Потом очень-очень наблюдала, очень хотела в нем участвовать. Наконец-то это получилось. Да, действительно, марафон дисциплинирует. Очень понравилось участвовать. И это, мы тоже ездили в Астану, вот с Анной Базель, которая тоже здесь участвует. И в поезде даже, как когда ехали, мы мыли лицо, фотографировались и зажгли людей, которые сидели и наблюдали за нами. То есть были подписки. Воспользовались марафоном. Вот, дома каждый вечер беру, все наношу, лицо мою и фотографируюсь. Все на меня вначале смотрели, а потом уже поняли, что это марафон, что это каждый день. Ну, дисциплина четкая. Вот сейчас поздно, только зашли домой, и прям охота быстро пойти лицо помыть. Но так как марафон, уже не успели. То есть уже лицо как бы само просит, чтобы его помыли, почистили. Вот. Заметила, что кожа стала упругая, мелкие морщины здесь еще более разгладились. То есть все, кто на меня смотрит, говорят, что лицо очень хорошо поменялось. Благодарю за марафон, благодарю за такой азарт, когда каждый день утром встаешь, и надо не забыть обязательно отправить фотографию. Всем огромное спасибо, всех наступающим Новым годом. Спасибо большое, Гульнора, да, супер. В поезде уже регистрировали уход. Да, супер, вообще молодцы, на своем примере. Мотивируйте остальных тоже ухаживать за собой. Потому что такой привычки нету, да, у нас, кто не привык вот так ухаживать со своим лицом. Я вот до того, как поехать в Карелию, вообще не пользуюсь ничем, хотя мама мне говорила, пользуйся солнцезащитным кремом хотя бы. Я начала пользоваться, когда вот уже пошли морщинки у меня, а это уже поздно считается. Поэтому лучше профилактировать, и вот с нашим марафоном мы учимся ухаживать за собой, уделять себе время, не забывать про себя, потому что женщины могут, да, забыть про себя, только помнить про семью, всех надо накормить, там, уложить. Пока все это сделаешь, уже устанешь, поэтому нет, делайте уход приоритетом, потому что счастливая мама, красивая мама, и счастливые дети, счастливая семья. Спасибо, Гульнора. Есть ли еще у нас отзывы? Так, 4 новых сообщения в чате. Неля пишет, всем привет, с наступающим Новым годом всех. Спасибо, Неля. Так, Зульфия пишет, спасибо за марафон, какие замечательные у всех отзывы, классно. Супер. Так, и я говорила, да, что мы будем делать несколько рулеток, то есть у нас будет несколько раз крутиться барабан, потому что у нас две ветки, да, левая, правая, и участницы как с левой ветки участвовали, так и с правой. С правой больше, и в прошлом марафоне, так как выиграли только участницы справа, да, и в этот раз мы решили разделить, то есть будет лот подарков на левую ветку, на правую. И будет разделение, да, кто набрал максимальные баллы, 20 человек вошли в этот список, а среди вас будет у нас 3 подарка разыграно в левую, 3 подарка в правую. А далее, среди тех, кто набрал средний балл, да, 81-86, среди вас будет разыграны подарки, и уже поощрительный приз среди тех, кто не набрал 80 баллов, но дошел до конца, и либо шли, только вот в конце перестали. В общем, мы будем всех поощрять, все, кто шел, все, кто дошел, отправляли коллажи. Все молодцы. Так,
Так, ну давайте еще послушаем, кто у нас. Вижу, много пишут, но у нас бизнес такой, да, нужно себя еще, ну, нужно не стесняться, разговорить на камеру. Все свои, не переживайте. Огромное спасибо за марафон. Всех с наступающим. Мира, добра, понимания и больших перемен в новом году. Так, пишет Светлана. Спасибо, Светлана. Так, опять у меня шум, да? Ну, значит, да, значит, надо говорить вам. Значит, мне нужно отключить микрофон. А так лучше? А, ну все, супер, хорошо, лучше стало, да? Так, ну давайте, у нас получается сколько подарков? 6 подарков за первые места. Далее. Так, 2 подарка влево, 2 подарка справа у нас за вторые места. Но и поощрительные призы по одному подарку влево и вправо. Такое. Сколько у нас итого получилось подарков? 12. Что мы разыгрываем? Так, ну это, конечно, набор Абсолют. Так, сейчас я посмотрю, что у нас в наличии. Мы разыгрываем сегодня наборы Абсолют, наборы Абу Синергия. Это, да, это призы главные. Далее наборы Fame. Далее Гидра. И далее Цика. Так. Ага, да, Цика. И... так, и поощрительные призы, патчи, да, у нас морские патчи. Так, дороже. Да. Дорожные, нет, так, патчи и дорожный набор Фейм, вообще поощрительные. Нет, у нас получается один туда, один туда. Ну, какой, не знаю, поощрительный, какой вам, вы думаете, лучше подарить? Дорожный набор Фейм или патч? Вы за что? Пишите в чате. Так, написать все это. Если есть еще отзывы, мы ждем. Если нет, то будем крутить рулетку и закроем запись тогда, да? Один еще отзыв. Уйди, давайте послушаем. Пожалуйста, руки. Ну, Егор. Ох, как бы сделать, я колонку тогда заберу и отнесу обратно. Сейчас, Сашуля, у тебя, кажется, микрофон включился. Так, Сашуль, есть что сказать? Ага, одну ручку еще ждем, последнюю, последний отзыв послушаем и начнем рулетку. А, вот у нас есть много ручек, как-то я не заметила. А, вот, нет-нет, вот. Юлия Галсанова, да, и Сашуля. А, вот у нас много ручек, спасибо всем. Так, кому я включила? Юлия Галсанова. Всем добрый вечер, доброй ночи, дорогая команда. Я хотела бы поблагодарить Мику в очередной раз за крутой марафон. Ну, я всегда считаю, что это в первую очередь принятие себя, да, селфи, фотографироваться большинство не любят, но
у меня это уже вошло в привычку. Это мой, по-моему, 4-й марафон. И нынче я участвовала именно с набором Fame. И почему я выбрала его? Потому что у меня уже были куплены билеты в Москву. В Атомирус я ездила на тренинг. И я уже писала об этом. И я с ребенком легла в больницу. Поэтому дорожный набор Fame – это, конечно, была моя прям палочка-выручалочка. Также у меня был еще второй наш дорожный набор. То есть пенка, очищение, все как надо, зубная паста, щетки. И вот находясь в больнице, когда мы лежали с ребеночком, я продала очень много разной продукции на 8 тысяч. То есть в основном меня брал медперсонал, потому что они видели, то, что я постоянно ухаживаю за своим лицом, спрашивали, интересовались, а чем это вы постоянно мажетесь, что это у вас такое, покажите. Я наносила с собой, у меня были с собой маски Daily, то есть видят, интересуются, спрашивают и покупали прям с удовольствием, делали себе подарочки на Новый год. Вот. У меня намного стало лучше кожа, цвет лица улучшился. В прошлом марафоне в октябре у меня очень были хорошие результаты. Прямо, ну, прям было видно, у меня отечность ушла. А сейчас у меня прям выровнялся цвет лица. Вот. Хочу выразить огромную благодарность Мике, Александре. Спасибо вам большое. И поздравляю всех с наступающим Новым годом. Счастья, успехов, изобилия, богатства. И я очень рада, что в данном марафоне участвовали мои партнеры с моей команды, что они дошли до конца и тоже будут участвовать в розыгрыше. Спасибо большое. Спасибо, Юлечка. Юлечка у нас в 4-м марафоне, да, уже участвует, классно, всегда рады. Да, вы возвращаетесь на марафоны. И приходите еще со своей командой. Это вообще супер. Так, у нас еще где у нас ручки? А, Светлана Добрынина, да, ручка была? Где у нас Света? Да, Света, мы не забыли. Здравствуйте. Дочь отвлекла просто, я убежала. Здравствуйте, я участвую в марафоне второй раз уже. Ой, всех с наступающим. Спасибо за марафон. Это действительно так интересно. Я, правда, очень дисциплинированный человек. Я всю жизнь утро-вечер, ну, осознанную жизнь, использую уход за лицом. И марафон действительно очень интересен тем, что видишь результаты людей, себя показываешь, такой не накрашенный. Я вообще королева селфи, у меня такое всегда лицо на селфи. Наверное, только у меня такое выходит. Но все равно вот учимся как бы себя показать. И в этот раз у меня 2-3 человека с команды было. В прошлый раз так я как-то себя чужой чуть-чуть чувствовала. В этот раз уже все родные, все свои. В прошлый раз я участвовала с ампулами с энергией. Они, конечно, результат дали лучше. Я прям хвалила и себя, и комплиментов столько слышала. Набором Абсолюта я уже 9 месяцев пользуюсь, поэтому, ну, я могу сказать точно, что набор Абсолют, да и вообще вся наша косметика, она работает, она действительно оздоравливает кожу, потому что у меня очень пористая, проблемная кожа. И я как бы вижу, люди видят результат. И когда мы вот выходили на мастера, на квантовый скачок я выходила, и у меня много людей именно вот Абсолют набор покупали, потому что говорили, что, ну, мы видим результат в вашем возрасте, с вашей кожей. Ну, я такая довольная. Там же много баллов еще дают. Поэтому марафон как бы на пользу пошел. И надеюсь, что следующий марафон еще больше людей будет. Конечно, один день я очень болела сильно. Я сфотографировала себя, ну, поехала быстро в школу, прикрепила, но на улице, видимо, не прикрепилась. И вот на марафон с макияжем я чуть опоздала. Сам макияж, правда, успела. Но ничего страшного, мы здесь для того, чтобы участвовать, для того, чтобы общаться. Огромная всем благодарность, всем желаю сейчас удачи, успеха в розыгрыше. И дай Бог, чтобы мы дальше шли. Это наш не последний марафон. Вам, Мика, большая благодарность.
Александре. Я вообще не представляю, как это можно все считать, отслеживать. Это вообще большой труд. Всем удачи, всех наступающим. Дай Бог всем здоровья, красивую кожу. Но немаловажную роль еще хотела сказать. Сыграли БАДы в прошлый раз. Я в прошлый раз пила биотин, коллаген. И результат был чуть получше. В этот раз я начала пить королевскую сафору, но уже буквально под конец марафона. Ну, думаю, к следующему марафону буду красавицей. Всем удачи! Спасибо, Светлана. Да, мы начинали вообще с марафона, с «Арбуз энергии», поэтому название, да? Но потом, ну, решили добавить другие наборы, потому что, ну, кто-то, у кого-то в стране просто нету этих ампул, да, ну, то есть филиал есть, а ампул еще нет, ну, разные обстоятельства, поэтому наборы разные включили. Ну, вот именно результат вы заметили от ампул с энергией, потому что, да, это максимальный эффект они дают, ну, за месяц можно увидеть. Если вы хотите вот прям вот вау-эффект, это ампулы с энергией. Очень советую, еще кто не пользовался, кто пользовался другими наборами, попробовать в нашем марафоне именно ампулы с энергией в феврале. И у вас будет такая возможность, да, сегодня мы разыграем два набора ампул. Всем удачи, спасибо, Светлана, еще одна ручка, вижу, Сунай. Добрый вечер. Добрый вечер всем. Вика. Уже, можно сказать, многие уже, наверное, знают, я участвую 7-й раз в марафоне, и каждым разом все больше и больше нравлюсь себе. Особенно очень приятно, когда вот отзывы приходят, когда говорят: слушай, ты каждым днем все молодеешь и молодеешь, кожа, говорит, у тебя такая красивая, знаете, это вот очень приятно, и спасибо, Мика, это все благодаря вам, я просто даже, знаете, вот поражаюсь, у меня вот прям такое уважение, да, несмотря что вы недавно родили, да, и это вам не мешает. Я понимаю, у меня вот 4 детей, и дети тоже бывают разные, знаете, и очень много времени они отнимают у мамы. Но несмотря на это, вы большая молодец. Спасибо вам за марафон. Я очень люблю марафон. Я и думаю, я еще буду много-много раз участвовать. И также, хотя мы действительно не знакомы, да, уже участвуем в марафоне, мы уже друг друга знаем, и вот это вот тоже нас сближает, и смотришь, ой, вот вместе участвовали в марафоне, хотя мы все с разной структуры. И я еще хочу сказать, что вот этот вот марафон действительно очень нас дисциплинирует. Просто мы уже не можем, да, вот раньше бывало иногда, да, ну, уставшая такая, придешь, да, и думаешь, ну, ладно, ну, сейчас вот, знаете, вот такого нету, сейчас обязательно вот все вот прям умоешься, очистишься, и потом только ложишься спать. И еще я, знаете, вот прям настолько вот на этот раз вот, когда вот Фатима Аминова, да, вот прям такой классный, да, вот обучение она провела, и она вот настолько вот хорошо рассказала еще вот про продукцию, и вкусно, я вот не сдержалась, настолько мне вот хотелось попробовать гранатовое желе, я вот заказала себе гранатовое желе и жду, и спасибо, Мика, очень большое спасибо, я так благодарна вот за марафон. И девочки, вы все молодцы, кто дошел. Мои девочки 2 участвовали. Вот Индира дошла, молодец. У меня Индира вообще молодая, большая молодец. Она еще и челлендж выиграла. Я вот очень рада. Всегда вот радуюсь и горжусь. И мы всегда больше радуемся за своих партнеров. И всех вас, девочки, поздравляю с наступающим. Пусть год будет для всех удачным. Здоровья вам, счастья и благополучия. Спасибо за марафон, Мика. Спасибо. Усунай, да, у нас чемпионка. Больше, наверное, Усунай никто не участвовал, да, столько подряд?
Да, супер. И мы всегда рады, Мусанай, когда участвует, потому что Мусанай доходит до конца, что пример вы показываете. И что отзывы, да, вам молодеете с каждым днем, прям супер. И то, что заказали гранатовое желе, это очень вкусно, плюс это и очень полезно, да, для красоты. Это лаговая кислота, она замедляет старение, процесс старения. Поэтому прям пейте, да, коллаген у нас есть питьевой. Можете к следующему марафону уже приготовить. Биотин тоже для кожи, для волос. Очень хорошо. Ну и все витамины у нас тоже для красоты. Ну вот, о которых говорилось на вебинаре. И, ну, я поняла, что такие вебинары нужны, да, именно от профессионалов в своем деле. Вот от Миланы был про массажу, от врачей тоже. Ну, будут разные спикеры. Буду писать лидерам, что кто, ну, заинтересован, тот может подавать заявки на спикера, чтобы вам давать информацию про то, как лучше получить эффект от наших падов и косметики. Супер. Спасибо. Если еще кто-то хочет сказать, поднимайте ручки. Потому что очень приятно слышать ваши отзывы. Елена Крилан из Турции. Приветик. Всем здравствуйте. Добрый вечер. Думаю, все время выступаю, но, в общем, придется, наверное, опять говорить. Большое спасибо за марафон. Очень мне нравится. Немножко в этот раз у нас в таких дорожных условиях случился дома ремонт. Мы в отъезде. И в этот раз я очень громко смеялась, когда мы приехали в деревню, и мама увидела мою сумку. У меня было ощущение, что весь турецкий филиал просто вывезла в деревню. Она говорит: «Боже, вы сейчас какие-то все сумасшедшие, мы никогда столько всего не мазали». Вот, она все время смеется, с утра до ночи что-то мажу, тру, фотографирую. Вот, но еще хочется сделать акцент на том, что мне в этот раз понравилось. Я на самом деле всегда стараюсь всех поддерживать, но в этот раз просто я поняла, что у нас так много было в марафоне, гораздо больше, чем обычно, и ты чисто физически думаешь: а когда оно все закончится, там люди отправляют, не успеваешь следить за всеми. Вот, согласна с Мусанай, с Юлей тоже, потому что я уже сама не помню, четвертый или пятый раз я, наверное, участвую, скорее всего, четвертый. Не знаешь людей, участвовали здесь, участвовали в челлендже у Мики по видео, кто-то оттуда смотришь, ага, кто-то и тут, и там, вот, и на самом деле, мне кажется, чем бы вы ни пользовались, результат все равно есть, и если этим пользоваться каждый день. Вот привычку очень сложно вырабатывать, я всегда говорю, когда я проходила первый марафон, прям приходишь и думаешь: блин, лень, и ой, опять фотографию, иногда не вовремя, тебе надо позже, но ты не успеваешь из-за этого отправить. Во втором марафоне я уже ставила напоминание себе, просыпалась за полчаса, бежала, умывалась, фотографировала и отправляла, муж говорил: ну ты, наверное, вообще с ума сошла. Вот, в этот раз было все проще мне иногда. Правда, в конце я уже так с опозданием чуть-чуть, но все равно отправляла. Мне кажется, уже как будто это вместо будильника сама просыпаешься. Вот, приятно всех видеть. Здорово, что нас становится все только больше. Здорово, что у всех есть результаты. Вот. Поэтому вам спасибо огромное. Да, с маленьким ребенком я не представляю, как. У меня одна торба, и я не представляю, как с двумя. Вот, поэтому еще раз большое спасибо, всех с наступающим. Вот, и будем с нетерпением, я думаю, все ждать следующего марафона тоже. Вот. Классно, что ты сказала, не будем ждать. Я думала, ты сейчас скажешь это результаты, розыгрыш, а ты уже ждешь следующий марафон. Классно. Ну, будем ждать. Всегда рады Лене, всегда рады. Когда вы друг друга поддерживаете, да, вот у Лены не получилось в этот раз, ну и да, у нас было больше, чем обычно, но это только классно показывает, что мы растем как команда, как марафон тоже, да, мы набираем обороты, это всегда радует. Так, здесь в чате пишет Индира: большое спасибо, Мика, за марафон, за челлендж, очень жду марафон по жизненному сценарию. Спасибо за такие марафоны, дисциплинируют, результаты продукции очень эффективны. Спасибо. Так, Наталья из Турции пишет: всех с наступающим Новым годом, пусть исполняются все желания и мечты.
Молодецом знаю, что всегда участвуете в марафоне. Супер. Так, спасибо за отзывы. С наступающим. Зульфия пишет всех с новым наступающим. Пусть у вас все будет хорошо, рост. Давайте сделаем... А, вот Сашу. Давайте послушаем Сашу. И затем сделаем... Давайте селфи, да? Вот здесь вот в зуме. С ампулой или с чем вы участвовали. Будет такой на память фото сделать. Так, давайте послушаем нашу Александру, которую все очень хвалили, очень любят и восхищались, как ты успевала. Да, слышно. Саша у нас из Уфы. Замечательно. Я всех поздравляю с окончанием марафона. Вы молодцы, что дошли до конца. Молодцы, что каждый день отправляли фотографию. И многие, очень многие делали все вовремя, вот прям четко. Я даже, когда вот ставила баллы, я смотрю, ну вот опоздал, сама переживаю, думаю, ну вот как вот, надо было пораньше выслать фотографию, потому что уже всех знаю даже уже на лицо, потому что когда писали отзывы, не все подписывали даже. Я уже всех уже на лицо активисток выучила и уже ставила так уже баллы, зная уже кому. И очень много активных было девушек, которые старались, и даже если у них что-то там не получается, то фотографию отправить, то еще что-то, всегда писали в личку. Это очень хорошо, когда обращаются в личный чат, потому что, например, когда заходили в Zoom, не всегда все подписывали имя и фамилию. То есть подпишут имя, а с таким именем, например, 3 человека. Я не знаю, кому баллы, например, ставить. Я никому не ставлю. Думаю, наверное, мне напишут, и я уже поставлю этот балл. Так было там с одним зумом, когда мне написала Нелли. Она говорит, я была в зуме. Я говорю, ну как вы были подписаны? Я ей скинула скрин, и она мне сказала, вот так-то, так-то. Я говорю, хорошо. Поэтому лучше, если вы заходите в зум, то писать свое имя, фамилию. Ну, можно и город написать, чтобы было легче. В основном все писали все правильно, то есть первые дни учились, потом я еще раз образец отправила, чтобы уже все правильно писали. И это, когда все пишут одинаково, это очень удобно проверять. Смотришь имя, фамилию, день и вечер. Ну, день, например, там 5 вечер или день там 25 утро. Это очень удобно, потому что у всех разное время, и кто-то отправляет утро, а кто-то уже отправляет вечер. Поэтому очень удобно, когда все одинаково все пишут. Поэтому я хотела сказать спасибо за то, что вы старались все оформлять правильно, красиво. И еще хотела пожелать вам, чтобы вы и дальше без марафона тоже так же каждый день утром очищали лицо и вечером. Я сама участвовала в 3 марафонах, и мне так понравилось, что я уже без напоминания всегда умываюсь и утром, и вечером, и мне это очень нравится. А раньше я могла прийти, например, домой и сказать, ой, я устала, что-то не хочется умываться. А сейчас уже это как привычка вошло, и поэтому я всем советую участвовать всегда в марафонах, потому что это очень весело, энергично, и всегда проходят разные зумы, на которых много интересной и полезной информации. Я даже сама слушала зумы и думала, вот на прошлом марафоне был такой массаж, а на этом другой совсем. И тоже эффективный, и очень интересно было вот эти зумы все изучать. Спасибо, Саша, большое. Вот тебя в чате очень хвалят, смотри. Александр, спасибо. И, кстати, в чате нашей основной группы, да, очень много было благодарности, отзывов, потому что действительно это большая работа. И Александр... Да, еще я хотела сказать... что многие, кто участвовал, я видела прям результаты. Вот в отзывах. Спасибо, что написали такие красочные отзывы, красивые. Это очень приятно видеть, как вы
преобразились перед Новым годом особенно. И поздравляю вас всех с наступающим Новым годом. И хочу вам пожелать самого главного, это чтобы вы были счастливы. А когда вы будете себе нравиться, то это намного делает намного увереннее и на самом деле становишься счастливее. Классно. Уверенность в себе появляется, когда уход. А вот, например, когда проблем на лице, да, мы прячемся, мы вообще не уверены, мы не уходим никуда, сторис не записываем. Ну, а как личный бренд развивать, да, в Атоме? Это же нужно себя показывать. А когда ты прекрасно выглядишь, когда кожа, состояние кожи улучшается, там еще косметику нанесешь, косметика ровно ложится, потому что после ухода она так ложится очень хорошо, то я тоже по себе замечаю, что у меня... начинаю себе нравиться, самооценка вырастает, и дела лучше идут. В точку, Саша. Александре мы отправили набор «Абсолют» за ее труд. Мне очень понравилось работать с Александрой. Прям все четко-четко. И вот на следующий февральский марафон тоже будет Александра подсчитывать баллы. Так что участвуйте. Да, я старалась всегда все справедливо ставить баллы, потому что мне, ну, в личку много кто писал. Я отвечала, что нужно обязательно все делать по правилам. То есть если я по правилам зумы ставила, то я не могу другой зум ставить уже по другим правилам. То есть раз уже так поставила, значит... Вот и так, мы, мамочки, работаем. Мои пока спят, тоже работаем. И поэтому я всегда старалась справедливо. Александр, спасибо вам большое за поддержку, Безория. Так, спасибо, что слышали, нас слушали. Потому что еще в личку принимать заявки очень тяжело. Ну что ж, вы такая миленькая, спасибо, пишет за план. Александр, это был огромный труд, спасибо за вашу заботу, да, согласна. Ну что ж, я думаю, что все сказали отзывы, написали в чате были отзывы. Кстати, когда вы делаете до, после, на фото после, пожалуйста, возьмите, с чем вы пользовались, чтобы было еще нагляднее, да, почему у вас такой результат. Ну, на фото после, когда вы делали коллаж. Вот. Ну что ж, давайте делаем общее фото, да? Я взяла бустер, взяла ампулу. Тоже возьмите что-то, чем вы пользуетесь во время марафона. Я тоже прохожу марафон, просто чтобы не доставлять еще работы Александре, я не стала свои фотки делать, но я всегда участвую. Пользовалась ампулой 1 с витамином С и вот ампулой 3. Так, давайте делаем фото. Все готовы, все красивые, вижу. Так, где здесь у нас? Ага, вижу кнопочку. Так, сейчас увеличу экран. Так, ух ты, много. Давайте делаем две фоточки. Это раз, два, три. Так. Сейчас я эту фотку теперь отправлю в чат и следующую. А, нет, отправлю себе в личку. Следующую страницу у нас. Так, вторая страница. Раз, два, три. Окей. Есть фоточка вторая. Пока в личку себе отправлю, потому что тут с телефона с зумом супруга. После марафона, после зума я обязательно скину эти фоточки в наш общий чат. Такой момент про Zoom, боже, да? Мы все лидеры Атоми, Zoom – это наше рабочее, это наше рабочее место, да, это как офис наш виртуальный, поэтому обязательно напишите, кто еще не написал, имя, фамилия, страна, ранг. Вот как у нас сейчас указано, смотрите, KZ, Владимир Мика, РМ, ну, еще этот ID, не обязательно, это просто в Корее такое требование, вы можете написать, чего там не хватает.
она есть, имя, фамилия есть, ранг есть. Ну да, это все. Все есть. Эти ранга еще нет, ну, напишите агент там или напишите что-нибудь. Да, вот Нелли, например, да? Просто Нелли написали. Мы знаем, что вы участвуете, потому что мы каждый день видели ваши заявки. Но вот если кто-то посмотрит на ваш надпись, он не знает. Поэтому имя, фамилию, все прям это тоже ваш личный бренд. Пишите, если ваша страница, например, в Инстаграме называется имя, фамилия, то я вот, например, сразу находила, когда в сторис забирала ваши отзывы, сразу находила по имени, фамилии ваш аккаунт и могла отметить, когда делилась вашими отзывами. Поэтому такой-то тоже момент есть. Так, теперь включаем нашу рулетку со звуком. Так, смотрите, это 20 человек, 20 девочек наших, кто дошел до конца. Все большие молодцы. Дошли до конца с максимальным баллом. Вот очень важная поправка. Ульжан, Арина, Юля, Елена, Светлана, Винчук, Светлана Павленко, Ольга, Эльмира, Токтаган, Гульнар, Индира, Генюлилдес, это Наталья, да, у нас, если не ошибаюсь, Ольга, Гульнора, Заурья, Альфия, Динара, Жанна, Неля, Мусунай. Супер результат. Значит, на все зумы приходили, сделали фото продукции, фото до, коллаж. Не пропускали ни один день во время марафона 28 дней. Вообще восхищаемся вами. Это супер результаты. И вы получаете возможность выиграть сегодня у нас наши топовые призы, первые призы. А теперь есть такая у нас поправочка, да, у нас здесь вот написано R или L, это значит правая или левая веточка. Мы будем отдельно разыгрывать для правой, для левой 4 подарка, но так как у нас слева меньше, давайте я сейчас себе запишу вот эти имена, отсюда уберу, а себе запишу, потом мы для вас отдельно сделаем. Так. Ну, вот зато слева меньше, но зато вы получите больше шансов, да, выиграть. Тут получается все шансы. Кто-то что-то да выиграет. Просто в лотерею посмотрим именно что. Так, ну что ж, первый подарок – это набор селектив. Вот у нас получается 16 человек будут участвовать. Далее мы два набора. Два набора селектив. И две ампулы разыграем среди всех. А сейчас получается один набор селектив, одни ампулы. Всем удачи. Селектив – это наш флагман. То, с чем вы сможете на следующем марафоне участвовать. И побеждает Эльмира Димухаметова. Сейчас всем запишу. Поздравляем Эльмира. Абсолют. Так, и следующий подарок у нас ампулы синергия, разных ампул, которые вы можете выиграть сейчас и участвовать в следующем марафоне. Надо было брать. Ну ладно, мы уже. Так, поздравляю Светлану Павленко. И теперь у нас также абсолют и ампулы разыгрываем. Подождите, что-то. Так, немножко сейчас я запуталась. Так, селектив, два набора мы разыграем, ампулы, два набора, Fame и гидра, да? Давайте еще набор Fame разыграем. Так, Fame. Среди тех же людей. Так, убираем, да, Светлана Павленко, такую уже выиграли.
Турфей. Я как раз о вас сегодня говорила, да, что в зоне должен дописать его фамилию, страну. Так. А теперь мы левую веточку достаем. Поймем. Если будет ошибка в имени, извините, у меня просто тут нету на русском. Я и Умсунай. Так, мы разыгрываем те же подарки. Абсолют, ампул и фей. Абсолют набор Умсунай. Поздравляем. Синергия. И набор фейн. Индира. Индира прямо у нас, да. Везунчик такой. Так, далее у нас есть список девочек, кто набрал меньше баллов. Так, сейчас. С 81-86, да, было баллов? Так. Здесь получилось, что все с правой веточки, поэтому ну давайте два набора гидры разыграем здесь. Или как сделаем? Давайте, я так думаю, что мне выиграла Альфия, да, с левой веточки. Альфия набор гидра, так как она в победном списке была, да? Ну, давайте, да, гидра подарим Фе, и еще два набора сыграем среди тех, кто набрал сведения. Всем удачи. Светлана Добрынина сегодня нам говорила отзыв. Поздравляем. Набор гидра ваш и еще один набор. Галина Бундукова. Супер. И у нас осталось два дорожных фейма. Это среди тех, кто не набрал максимальный балл, но дошли до конца. Есть такой список у нас. Сейчас я его пишу. Здесь... Не всех нашла, кто вышестоящий спонсор, то есть не могу, такая команда большая, уже не могу сказать, кто точно слева, кто справа. Вот кто, если есть у нас сейчас Алия Унжанова, Гульнара, Анжела, напишите в чате, с какой веточки. А если нет, то ну, все равно останетесь в чате, но просто мы будем, я напишу, что это скорее всего справа. Если нет. Так, получается, здесь у нас только Екатерина Ким, да, с левой ветки, поэтому, ну, по умолчанию получает дорожный фейм Екатерина. Так, в чате давайте посмотрю. О, 74 сообщения в чате. Поздравления, супер. Спасибо большое за подарок, пишет Алия, супер. Все рады, кто не удалось победить, да, удача не улыбнулась, не расстраивайтесь, будут обязательно еще конкурсы. Да, сообщение в чате, как Дед Мороз, спасибо, ну, вам я это дарить,
выигрываете. Участвуйте. Главное, что те, кто участвует, те выигрывают. Кто еще не выиграл, обязательно выиграют. Так, и вот сейчас мы разыгрываем поощрительный один приз. Это дорожницы. Всем желаю удачи. Анжела. Анжела, вы с нами? Напишите, пожалуйста. Вот как раз у Анжелы искали вышестоящего спонсора. Гульнара F, это Александр Ким, да? Ага, значит, еще, значит, в левой ветке есть еще один партнер. Хорошо, Гульнара F тоже дорожный фейм. Ну, давайте еще один дорожный фейм тогда разыграем, раз у нас два получилось. Так, Гульнара F. Анжела, и так, давайте еще последний дорожный фейм у нас остался. Так, Анжела убирает из списка. Всем удачи. Дорожный фейм. Остается Цицилия. Кто сейчас выиграл и хотите поделиться отзывами, или не выиграли, но вы все равно готовы поделиться отзывами, тоже поднимайте ручку, будет очень приятно вас слышать. Пока почитаю, что пишут в чате. Спасибо, сколько подарков, спасибо. Спасибо Александре. Молодец. Спасибо большое, поздравляем победителей. Спасибо, что вы так друг друга радуетесь. Поздравлять приятно, а когда приятно, партнер еще приятнее. Так, узнай, вам слово. Ой, я даже не знаю, что сказать. Мика, спасибо большое. Если честно, да, вот таких вот марафонах, когда вот все это проходит, я никогда за себя не прошу. Я вот всегда вот прошу за партнеров. Вот честное слово, я даже не ожидала. Я еще сидела, думаю, хоть бы Индира выиграла. Представляете, вот, конечно, очень приятно получать подарок. Тем более я очень люблю абсолютно набор, потому что я уже, первый у меня набор закончился, я уже вторую уже начала, я обожаю, это, можно сказать, самый лучший подарок на Новый год. Спасибо большое, девочки, спасибо за поздравления, участвуйте в марафонах и выигрывайте, это здорово, правда, я не зря все-таки люблю марафон, но вдвойне приятно, спасибо большое. Знаю, слышно, да, радость в голосе. Заслуженный подарок, да, седьмой раз участвовать. Это очень крутая мотивация для всех. Галина пишет, это мой партнер, Цицит, поздравляю. Супер, да, очень классно, радует, когда ваш партнер выигрывает. Алена пишет, спасибо большое за такой интересный марафон, за море эмоций, которые мы получили, участвуя здесь. Спасибо, Саша, спасибо. Дира, наша победительница челленджа, победительница здесь. Тебе слово. Спасибо большое, Мика. На самом деле, марафоны, челленджи, вообще это все круто. Прям мне очень нравится. В первом челлендже я не смогла нормально участвовать. Ну, там, то камера не тот, то это, короче. Но на втором челлендже уже я себе поставила цель, сказала до конца, в общем, буду участвовать, несмотря ни на что, со всеми своими преградами. У меня сыновья очень такие непоседы, но, несмотря на это, я дошла до конца. Здесь на марафоне тоже. Вообще, бьюти-марафон мне очень нравится. Вначале, когда пришла в Атоми, особо у меня этот, были прыщики на лице, ну, как обычно. Но после дип-клинзера, после четырех этапки, я начала как бы замечать, что вот эти вот подкожные прыщи, они начали исчезать. Кожа стала вообще другой. После первого марафона вообще у меня были очень крутые результаты с ампулой Абсолют. Я ее до такой
такой степени полюбила. Потом там же в июльском марафоне я выиграла Absolute Snow. Спасибо большое, Мика, опять же вам. С Absolute Snow тоже здесь участвовала. Вообще классная косметика уходовая. Очень натренировала себя. Уход утром и вечером. И в Инстаграме об этом начала говорить. В общем, за марафон спасибо, за подарки спасибо. Всех с наступающим, девочки, участвуйте, выигрывайте. Это вообще приятно, конечно, вдвойне получать подарки, но еще приятнее то, что мы наработали себе привычку утром и вечером. И особенно приятно, когда со стороны люди замечают, и каждый раз, когда кто-то там долго тебя не видит, и сразу замечают в лице изменения, как ты сияешь, какая у тебя кожа другая, и начинают спрашивать, ну, как там, что там, чем пользуешься. Поэтому я думаю, что продукция вся Atomy, вот, она эффективная. Короче, люблю я эту продукцию. Спасибо. Всех люблю, команду люблю. Вообще это движение, в общем, классно. Спасибо, Мика и Владимир, вам за все это. Спасибо. И с наступающим. Спасибо. С наступающим. Дира тут пишет, как кожа у вас сияет. Точно, да, это наши марафоны, это ваши усилия. Все. И правильно, Дира заметила про очищение. Какой бы ни был уход, он не впитается, да, не даст тех результатов, если нет должного очищения. Это наш замечательный evening care набор. То есть если обязательно себе приобретите, кто еще не пользуется, а возможно, может, кто-то есть, не пользуется очищением. Двухэтапные, затем пилинги, да, у нас есть пилинг, пэды новые появились масочки. Вот. Все, появилось для очищения много товаров, поэтому пользуйтесь прям активно. Так, вижу еще одну ручечку, Светлана. Ой, спасибо большое, Мика, за подарок. Я думала, что раз я не набрала баллы, у меня вообще не будет приза. Ну, это прямо, вот знаете, не было у меня такого новогоднего настроения. Вот оно у меня теперь появилось. Как я написала, вы как Дед Мороз открыли дорогу к Новому году. Моя вообще любовь к Atomy и мой код, как говорится, в компанию и в продукцию, и началась именно любовь с гидросиянием. У меня кожа хоть и жирная, но она была настолько обезвоженная, и гидросияние у меня прям вот такая любовь была. Я помню, первые мои продажи были только набор гидросияния. Мне еще Бахскуль, спонсор мой, говорила, то попробуйте еще что-нибудь, что вы продаете только гидросияние. И сейчас я вот действительно продаю набор абсолютно гидросияния, и когда люди приходят и говорят, спасибо вам, Светлана, мне столько комплиментов, мне так это все нравится. Я прям вот смотрю на них, как они хорошеют, и всегда говорю, когда люди приходят, там, ой, это дорого, это не подходит, это вот так, я всегда говорю, берите гидротяние, не ошибетесь. Действительно классный набор, вообще спасибо большое, я вот прям очень-очень так рада, я не ожидала, я так сидела, ой, поздравляла всех, так что спасибо огромное-огромное. С наступающим еще раз всех, кто выиграл, поздравляю, кто не выиграл, с наступающим поздравляю, все еще впереди. Я вот помню, прошлый год я постоянно где-то что-то выигрывала, я еще говорила, блин, где-то надо поучаствовать, где машины разыгрывать, что-то я прям постоянно что-то выигрываю в этом. И вот в этом году ничего не выигрывала, и вот, дай бог, началось. Спасибо большое. Спасибо, Светлана. Да, потому что все, кто дошел до конца, это уже победители. Так всегда считаем. Самое главное — дойти и доказать себе, что я могу, несмотря, да, на то, что не хочется, нет времени и так далее, мы доходим. И приобретаем эту очень полезную в нашем бизнесе привычку, ну, потому что мы продвигаем косметику, а когда вы сами сияете, и вам легче, веришь, доверить, это доверие самое главное в продажах. Доверие и улыбка. Кстати, в следующем марафоне, да, я заметила в начале, когда все начинают марафон, такие все серьезные, фотки отправляют, а потом в конце уже такие веселые. Поэтому всегда улыбайтесь. Это очень всем идет. Улыбка – лучшее украшение. Ну что ж, мы будем завершать. Я думаю, что
Все сказали, да, кто хотел сказать? Если еще нет, еще есть чуть-чуть времени у вас. Какие-то, если есть вопросы, пишите. Если нет, то мы будем завершать. Дира, ты как кореянка, Сульфуя пишет. Ну, мне тоже так иногда говорят. Марина пишет, всех поздравляю. Мика, спасибо, такой суперский марафон, бомбические подарки. Спасибо большое. Всех с наступающим. Мы ждем вас всех на следующем нашем марафоне в феврале. То есть мы один месяц пропускаем и снова, да? Это месяц мы даем, чтобы, ну, отдохнуть, набраться сил, а также, чтобы запастись новым набором на следующий марафон. Февраль, получается. Каждый месяц не делаем, потому что сложно, да, набрать такое количество человек. Когда много нас, это даже интересно участвовать. Это постоянно фоточки, мотивации, тоже сделать уход, сделать фото. Возможно, какие-то были вопросы в течение марафона, тоже пишите, задавайте. Спасибо всем за эмоции. Я тоже хочу всех поздравить, да. Всех победителей хочу поздравить. Все молодцы. Вы молодцы, что вы шли до конца, и коллаж, когда скидывали с отзывом, очень было приятно. И я думаю, что удача сегодня была на вашей стороне. А те, кто не выиграл, вы тоже молодцы, потому что у вас результат на вашем лице. Я вас поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю вам быть счастливыми и готовиться к следующему марафону. Спасибо, Саша. Нелли пишет, жду с нетерпением следующий марафон. Спасибо, Ника, Александра. Надеюсь, приду на следующий уже со своей командой. Вот, очень ждем вашей команды. Это классно. Потому что, смотря на вас, хочется, да, и косметику хочется, и марафон хочется. Будьте такой вот ходячей рекламой. Сияйте с Атоми. Пейте БАДы, наносите косметику, то есть пользуйтесь всем. Да? И, почему вообще пришла идея с марафона? Потому что вроде как покупаешь, да, все нравится, поставил на полочку и все. Вспомнил, намазал, не вспомнил, ну ладно, что-то, ну, нет сил. Ну как бы, а вот когда марафон, прям вот надо, да, делать утро вечером, поэтому купив косметику, не откладывайте ее, но потом пользуйтесь сейчас. Всем открывайте все эти баночки, крема, ампулы, намазывайте на лицо, потому что срок годности у открытых баночек, да, очень быстро заканчивается. У открытых кремов, например, один год, особенно если вы пальцами пользуетесь кремами, то еще меньше. То есть уменьшается срок годности у кремов, когда вы пользуетесь пальцами или просто уже открыли все. Ну, то есть там же активные ингредиенты, особенно в Атоме очень много растительных экстрактов, и нужно очень быстро этим всем пользоваться. Как закончить крем? Утром, вечером пользоваться. А ампулы у нас, так откроете, всего 2 недели даются. Вообще лучше неделю, потому что, ну, это активные ингредиенты, вы постоянно открываете крышку, закрываете, это воздух. Окисление происходит активных ингредиентов, то есть они меньше результата дают, если вот на следующую неделю, например, вы уже пользуетесь, все равно меньше. Поэтому у нас 1 ампула на 1 неделю. Да. Всех ждем на следующем марафоне. Всем спасибо за отзывы. Кто не сказал, ждем следующий марафон, когда вы в следующем марафоне напишите или поделитесь своими отзывами. Делать обязательно фото до, фото после, для того, чтобы увидеть наглядно изменения на своем лице. Как сказала Александра, да, все победили, и у нас лицо изменилось, улыбка стала шире, комплименты получаем. Всех с наступающим Новым годом. Обнимаю каждую из вас. Спасибо, что вы участвуете такой движухе, создаете синергию, друг друга поддерживаете, это очень дорого стоит, это очень круто. Что ж, пока-пока. Фотки вышли сейчас в чат наш. Пока-пока.